Привет, друзья! Два бывших британских тральщика проекта Sandown, переданные украинскому флоту в 2021 году, приняты в состав ВМС Украины. Торжественная церемония прошла 2 июля 2023 года в день празднования ВМС Украины. Церемонию ввода двух кораблей противоминной обороны М-310 Чернигов и М-311 Черкасы провели в Великобритании в Глазго. Тральщики-искатели мин типа Sandow начали строить в 1988 году. Сейчас они есть в составе флота Британии, Эстонии и теперь Украины. Тральщики продолжают находиться в Британии и участвовали в учениях Sea Breeze 2023. Прибыть на Украину они не могут. Тральщики типа Sandow предназначены для поиска и уничтожения морских мин с помощью дистанционно управляемых поисковых аппаратов. Приспособлений для траления мин тральщики не имеют. Для снижения магнитности корпус корабля выполнен из армированного стекловолокна. Механизмы корабля изолированы от корпуса установкой на амортизатор. Корабли вооружены 30-мм боевым модулем и тремя пулеметами калибра 12,7 мм. Экипаж каждого корабля 45 человек. Длина тральщика 52 метра. Водоизмещение 465 тонн. Скорость до 13 узлов на дизельной установке. Дальность плавания тральщика 3000 миль. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.